Сколько деревня сынов проводила. Дом культуры «Солнечный» открыл свои двери для посетителей в 1979 году. Вот уже 37 лет он является одним из главных культурных центров города Одинцово. В нем работают десятки творческих коллективов и занимаются более 570 человек, которые частенько радуют местных жителей новыми выступлениями. Районная администрация стремится организовывать подобные бесплатные мероприятия регулярно. В концерте приняли участие хоровые, вокальные и фольклорные коллективы, многие из которых уже стали завсегдатаями творческих площадок Подмосковья. По задумке организаторов, подобные концерты помогают развитию хорового, вокального и фольклорного искусства, повышают уровень творческих коллективов и поддерживают талантливую молодежь. Кроме того, артисты получают редкую возможность обменяться своим опытом с коллегами. Святослав Саенков, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».